сетями, нет. выкладывает что-то в свой Инстаграм. Человек, который живет не в свое время. Человек, который живет в 7 минутах от вас, поэтому я успел. Мне кажется, он живет по американскому времени. На 8 часов раньше он сюда приехал, да. понял, что никого нет в студии, развернулся, уехал. И вот Олег просто уже полторы недели празднует победу Трампа на выборах и никак не может войти в новый Олег уже праздновал, а теперь Олег празднует уже свой день рождения, второй день. 21 ноября у него был день рождения и все еще длится. Мне исполнилось. Здоровье, спасибо. Мне 26 исполнилось. 26, да. Клево. Такой нежный возраст. Можно. Кстати говоря, у нас сегодня тема, как в тебе играет детство, расскажи. Всегда. Я полностью состою из детства. Полностью? Ну да. Вот эти дырочки на коленях, я вижу. Это он просто об асфальт. Я прибежал, так просто стер. Нет, на самом деле, правда, я вообще считаю, что нужно жить по кайфу, как тебе хочется, и не надо стесняться того, что ты там где-то в душе ребенок. Наоборот, это твой плюс. Нужно жить не ради кого-то, не ради девушек, которые на тебя смотрят и думают, а, он ребенок, а не мужик какой-то там. Нужно жить для себя. Пойдем по кайфу жить так, как я живу. Нравится сидеть в песочнице? Пускай, что хотят, говорят. Сиди в песочнице. Конечно. Как котенок. Слова лучшего эгоиста планеты. Да, это она про тебя, кстати. Я котенок, а ты эгоист. Все нормально, распределили обязанность. Слушай, давай мы тебе поможем сейчас проснуться немножко, а то какой-то ты такой немножечко... Конечно, кофе. Итак, блиц. Да, я готов. Сейчас задаем быстро вопрос, ты на них быстро отвечаешь, вообще не задумываешься. Легко вообще, да, я готов. 3, 2, 1, я потерял блиц, поехали. Жан-Клод Ван Дамм или на год в Амстердам? Жан-Клод Ван Дамм, конечно. Велосипед без колес или зачем принес? Зачем принес? Толстый губернатор или жидкий терминатор? Жидкий терминатор. Платная парковка или неудачная стыковка? Платная парковка. Разобрать почерк врача или станцевать ча-ча-ча? Ну, ча-ча-ча я люблю танцевать. Профессиональный спорт или калорийный торт? Какой-нибудь торт перед сном в постели. Что важнее, крутой бит или хорошая рифма? Хороший бит. А, обрати внимание, это единственный незарифмованный вопрос был. Да, я не обратил внимания. Туристам на другой планете или весь день в интернете? Пока получается в интернете весь день. И напоследок, чем закончишь этот блиц? Чем скажете? Давай танцем. Легко. Ну так... Уже? Конечно. Друзья, смотрите на нас вот на 742-й кнопке. Сейчас перед нами полувозрелый мужчина, 26-летний, виляет бедрами. А вот моя песочница. А вот его песочница. Вот так, видите, друзья, у нас в эфире происходит все что угодно, даже танцы Олега Майами. Я люблю танцевать, я везде стараюсь танцевать. А в Майами-то был? Еще нет, везде был, кроме Майами. Кстати, вот должен был. А где ты был? Кстати, представляете, я вам скажу, вот у меня буквально в конце ноября должна была поездка состояться в Майами, но у меня не получается. Визу не дали. Нет, концерт. Я предлагаю на этой оптимистичной ноте, друзья, немножко прерваться, потому что у нас «Лобода, твои глаза». Давайте слушать. «Лобода, твои глаза» люблю очень сильно. В твоих глазах я вижу свои мысли, и дождь поет на ломаном английском. Наверное, мы попали в зону риска слишком, слишком быстро, быстро. И без тебя мой мир теперь не мыслим. Бояться больше не имеет смысла. Ты попадаешь в сердце, словно выстрел, слишком, слишком быстро.
шепотом. Ой, когда окажемся вне зоны риска, я над собой потеряю контроль. Когда луч солнца опустится низко, я заберу тебя с собой. Заметил твои красивые глаза. Футболка рваная, белого цвета. И незаметно ты подошла ко мне, сказав: ой, когда окажемся вне зоны риска, я над собой потеряю контроль. Когда луч солнца опустится низко, я заберу тебя с собой. Чувствуется неопытный радиоведущий Олег Майами. Вот играл джингл, он что-то говорил. Вот теперь можешь сказать, что хотел, Олег. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Кирилл и Вероника. Семейная пара. Привет. Итак, вот как раз-таки Олег подвел то, что мы хотели с ним провернуть. Да. Ты же у нас участвовал в одном легендарнейшем проекте. В каком? Это не произносится. Итак. Просто говорил в лагере. В лагере. Олег, ты был в лагере. Ты был в лагере, в котором вожатый. Я бы сказала так, Олег не был в Майами. Я так скажу, теперь подожди, вот так его будем ты называть. Был в лагере. Скажи, пожалуйста, как ты... Подожди, секунду. Мы просто тему лагеря не обсуждаем. Хорошо. Просто. Видишь, меня аж все... Когда говорят про этот лагерь, у меня начинает из меня выходить какой-то демон просто. Когда про этот лагерь начинают говорить... А не надо стыдиться прошлого. У тебя сразу кашель. Говорите на другие темы. А каково это, когда твоя вожатая из лагеря запела? Знаешь, я придерживаюсь того, что каждый должен заниматься своим делом. Вот, Олечка, я тебя очень люблю, но веди дом 2. И ты теперь уходишь из музыки, я правильно понимаю? Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Ты возвращаешься в стоматологию, на которой учился. Это шутки, юмор на самом деле. Я буду продолжать заниматься, чем занимаюсь. Просто считаю, что не нужно кому-то лезть в другое дело. Вот и все. Нужно заниматься своим. Ты сейчас пол сборной России по футболу просто из спорта выкинул. Согласен. Можно многих перечислить. Но вот так вот происходит, понимаешь? Давай так. Ты учился на стоматолога ведь. Да. И в какой-то момент, видимо, ты понял, что это не твое, да? Причем на сайте я читала, что понял, что ночной образ жизни для него. Есть, кстати, ночные стоматологии, между прочим, очень востребованы. Ребят, вы что, я учился, но я же завязал. На каком курсе ты закончил, расскажи? На втором. Прошел же азы. Я тебе скажу больше, я сдал экзамены так, что у меня лучшие работы были. Нужно было вырезать из гипсового столбика передний резец. Я вырезал его так, что... И ушел. Причем это я сделал после гипса, у меня была рука сломана. Ты мог и своего гипса вырезать, в принципе. Да. Давай, у нас сейчас рубрика «Доктор Майами».
Да, это я. Это ты. Спасатель Олег. Нам люди пишут о том, о своих проблемах. Да, сейчас тебе нужно будет проконсультировать их. Итак, естественно, все проблемы связаны с зубами. Как вылечить кариес в домашних условиях, пишет Антонина из Мурманска. Смотри, в домашних условиях у нас есть всегда только один выход. Это мы берем веревочку, ниточку, угу. Да, привязываем к двери. И дергаем. То есть таким образом лечатся зубы в домашних условиях. Доктор Майами, советы. Привет. Не трогай руками, вырви с корнями. Зарифмуй. Олег Майами вырвет. Да, дальше. Если воспалились десна, поможет ли свекла? Нет, поможет пиво и рыбка. Отлично. По крайней мере, забыть об этом на день. Пишет Антон, он занимается боксом. Как вырастить выбитый зуб? Завязать с боксом. И вырастет? Ну, хоть что-то расти начнет, да? Только, по крайней мере, хоть что-то останется. Нам пишет условно-досрочно освобожденный по прозвищу Жмых. Точка. Да. Поговаривают, золотые зубы уже не в моде, пишет он. На что можно их поменять, чтобы быть в тренде? Я не знаю. Спасибо. Самый модный исполнитель Олег Майами. И напоследок, Евгений из Самары написала. Мне врач написал рецепт, а я уже 2 недели не могу разобрать его почерк. Что делать? Дайте совет. Ну, просто не твой врач был. Просто ваши дороги разошлись. Просто сходи к другому врачу. Позвольте, я дополню. А виниры или стразики? Что красивее? Ну, я против всего, так как я бывший начинающий стоматолог, я против этих всех виниров, я знаю, до чего это доводит, и что такие будут потом проблемы у людей через некоторое время, когда они Божественная формулировка сейчас была, я предлагаю на ней уйти на перерыв. Бывший начинающий стоматолог. Да. Сейчас мы сделаем перерыв в общении и скоро вернемся к вам. Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о новом «Бентли» и бедах нашего рынка. Компания «Бентли» начала прием заказов на обновленный седан «Мульсан». Новость, безусловно, радостная, особенно для тех, кто хоть раз видел ценник на этот автомобиль. На нашем рынке цена на флагманский автомобиль стартует с отметки 21 миллион рублей. А где финиширует, не знает никто. Рестайлинговый «Мульсан» отличается от предшественника другой решеткой радиатора, бамперами и фарами. Внутри новые сиденья и новая же мультимедийная система от компании «Найм», стоимость которой равна заработку российского учителя за год. Автомобиль можно приобрести в 3 версиях – стандартной, удлиненной и спортивной. Последняя оснащается форсированным V8 объемом 6,7 литра и мощностью 537 лошадиных сил. До сотни этот огромный шкаф разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км в час. Ну и надо ли говорить, что каждый автомобиль Bentley собирается вручную и по индивидуальному заказу. Граждане, готовьтесь. Как сообщают коллеги из «Коммерсанта», нас ждет серьезный рост цен на новые автомобили. Основной фактор роста – слабый рубль. С 2014 года автомобили в России подорожали на 44%. И это при том, что некоторые фирмы не повышали цены. Они надеялись, что наша валюта придет в чувство, но этого не произошло, и теперь приходится отыгрывать убытки. По прогнозам некоторых участников рынка, цены могут вырасти на 10-15%. И тут дело даже не в колебаниях курса. Масло в огонь добавила эра ГЛОНАСС. С января следующего года каждый официально продаваемый автомобиль на нашем рынке должен быть оснащен этой системой. По утверждениям некоторых производителей, установка тревожной кнопки в каждый модельный ряд обходится в 6 миллионов рублей. Понятное дело, из своего кармана производители платить не будут. К чему приведет скачок цен, объяснять не надо. Стремительно нащупывающий дно рынок в следующем году может его достичь. Правда, участники рынка готовы к тому, что все еще наладится. Поэтому некоторые из них подготовили на следующий год акции и прочие мероприятия. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин. Мне не надо твой номер, ты сама мне позвонишь. Я готовлю контрольный, когда ты мне не готовишь. Весь мой день — это встречи, весь твой день — это вещи, весь твой день — это вечер, весь твой день — это вельчик. Я меняю костюмы, дую типа муссоны и летаю повсюду, все ради музона. Я не себе,
два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, у нас все есть. Два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, ну давай висеть. Среди всех иномарок ты мое украшение. Я тебе не подарок, у тебя не день рождения. Медленно, медленно, у нас лоурайд, моя бэйби, бомба любит взрывать. Чики-пики дела, в танце трутся наши тела. Пару дней нам не спится, я даже не помню, где этот бит взял. Давай двигаться как ниндзя, кстати, тебе надо ходить зал, чтобы добиться. Ты не понимаешь, как от меня отойти, я же тебе не Джек Дэниелс. В голове до сих пор играет клубный тип, мы давно так не джемились. А давай будем джемиться после того, как поженимся. А давай будем джемиться после того, как поженимся. Все, что тебе нужно сейчас, это деньги. Все, что мне нужно сейчас, это день. Да ты как ни крути, но мы летаем по встречной. Топим педали навстречу судьбе. Ты такая номинированная на успех. И мы будто на ракете поднимаемся вверх. Мой каждый день это как новый фильм. Твой каждый день это погоня за ним. Два колеса, велосипед. Топим педалями только наверх. У нас все есть, абонемент. Мы будто на ракете поднимаемся вверх. Два колеса, велосипед. Топим педалями только наверх. У нас все есть абонемент. Мы будто на ракете поднимаемся вверх. Велосипед, два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, у нас все есть. Два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, ну давай висеть. Она меня гладит, потому что похож на кота. Вечерами по городу любя меня катает. Мы набираем скорость, чтобы было быстрее. Я беру трехколесный, чтобы ты была с ней. И мы катим, ты и твоя подруга. Через черный вход обходим очередь у клуба. Бомба, меня волнует только твои формы. Вот это да, мама, баба, я не буду ночевать дома. У меня все ок, миллион знакомых, что не знает закон. Я не ухожу, но пока-пока. А ты липнешь ко мне, как баблгам. Я в твоем Ауди, и ты таешь на мне, как баунти. Ну давай висеть. Не гони. Не гони так гнать. 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 Страна FM. Все к лучшему. Ну, в общем, у нас очень бодрая компания подобралась. Грибы только что были. Олег Майами Кирилл, у нас. Вероника, у нас и пуфики. И пуфики. О, да. И удивительный у тебя дресс-код для холодной, в общем-то, погоды московской. Коленки открытые и шапка на голове. Вот так, голову в тепле. Смотри. А скажи, пожалуйста, а куртка попу прикрывает? А я тебе объясню. Нет, у меня двое трусов. Смотри, я объясню. Я просто, так как я проснулся, я не успел привести себя в порядок, голову помыть толком. Потому что я, во-первых, я делал это перезапишем. Да. Нет, Москва. Это прямой эфир, извини. Москва нам и столица Таджикистана. Смотри, я проснулся, голову не помыл, шапку надел, понимаешь? Я быстро прикинул там, где в машине езжу, что мне? А, ну конечно, если в машине ездишь, можно голову не мыть. Да. Конечно, ну, молодец, логика железная. Прям браво. Молодец. Давай поиграем с тобой немножко в продолжение следует. Знаешь, вот сейчас... Давай, раз. Давай, меня видно, меня не видно, да. Сейчас даем тебе начало фразы, ты ее продолжаешь просто. Это знаешь, как правило жизни, типа, такие. Давай, да. Я полюбил музыку за... Ее красоту. Ты можешь отвечать серьезно, кстати. Или это ты серьезно? Я не хочу серьезно. На хорошей вечеринке обязательно должно быть... Я. Я. Через 20 лет я... Пойду в университет учиться, кстати. Наконец-то, наконец-то. В моем гардеробе много... Латекса. Ого. Кстати говоря, вот ты говоришь, что у него коленки голые, а на самом деле на нем латексный костюм под джинсами. В моем шкафу очень много одежды, я хотел сказать. Нет, а ты уже сказал, что латексы, увы, извини. Ну ничего уже, ничего страшного. Моя любимая рифма это... Олег Дровосек. Больше всего раз я пересмотрел фильм... «Один в доме». «Один в доме 2». «Один в доме не воин». «Мой любимый супергерой». «Один в доме не воин». «Мой любимый супергерой». А «Спасатель Олег». «В хорошей песне никогда не будет...» «Фонограммы». Я думал, ты сейчас скажешь Ольги Бузовой. «Фонограммы» и Ольги Бузовой. То есть они кавера. Да, просто мы говорили об Ольге совсем недавно. Было бы логично. «Мой любимый напиток...» «Текила». «Санрайз».
Нет, просто. My friend. My текила. Ты попиваешь текилу. Санечка, текил. Привет, родной. Гуляем, я пью тебя. Летаем. Вот, да. Видимо, вы с ним вместе опаздывали сегодня к нам на эфир. И последний. Нет, просто он, видимо, тоже гуляет, летает, да, опаздывает. Нет, мы не гуляем, не летаем, мы много работаем. О. Вот так вот, стахановцы, так родилась сказать. Родилась новая песня. Мне поднимает настроение. Мои друзья. Мои друзья, мои богатые. Мои друзья такие чистые, как дети. Ругать нельзя. В отличие от твоей головы, они чистые, как дети. А твоя голова не мыт. Давай, рассказывай про... Это гимн Лободе. Да, гимн Александровой. Есть такая Александровская Лобода. Ладно, не об этом речь. Сейчас клип твой. Новый. Будет. Останься. Расскажи быстренько вообще, чего ждать? Офигенная работа, очень понравилась. Спасибо Максу. Макс режиссером был в этом клипе, в этой работе. Поэтому я не сомневался и не переживал. Получилось все круто. Даже более чем... Да. И давай вот сейчас прям сам представь просто свой клип. Дорогие дамы и господа, встречайте мой новый клип на песню «Останься». Олег Майами, «Останься». Слушаем и смотрим. Страна FM. Премьера. Я бегу по краю тонкого льда. Уплыву с тобою, не знаю куда. Твои губы так близко, чувства на грани риска. Этот сон резкий, спать в нем нельзя. Скорость руки мне сводит, и в груди стук уходит. Мое тело выбирает тебя. Да, если хочешь остаться и без обмана, мне больше не надо. Будь просто рядом. Хочешь остаться, будь со мной нежной, но не жестокой. Я держусь на грани, падать нельзя. Мои знаки на коже, на тебя так похожи. Подойди ближе, если моя. Это все любовь может. И скажи мне, что тоже твое тело выбирает меня. Да, если хочешь остаться и без обмана, мне больше не надо. Хочешь остаться, будь со мной нежной, но не жестокой, море глубоко. Хочешь остаться. Кто здесь? Это Кирилл, Вероника и их босс. Привет, я новый директор этой программы. И как вам вообще здесь работается? А нам никак, мы с таким боссом работать не хотим, мы уходим. Мы уходим. Олег Майами. Этот скромный мальчуган. Этот скромный мальчуган. С немытой головой и в шапочке. Олег Майами. Только что вы посмотрели премьеру его клипа «Останься». Ничего не путаем. Если хочешь, можешь еще посидеть. Если хочешь, останься. Останься просто так. А ты иди. Если не хочешь, останься, ты иди. Ты не знаешь классику «Дискотека авария». Вообще-то нужно знать такие песни. Знаю. А чего тогда? Ты иди. Что ты отправляешь? А ты вообще знаешь, что было в российском шоу-бизнесе? Тебя. Кто что?
Что кто? Расскажи, как проходили съемки клипа, а то что, о чем мы говорим? Мы, где мы снимали? Мы снимали в Москве. В Москве, так. Сколько дней? Один. Один. Ну, понимаешь, когда мы снимаем, мы обычно, у нас такой марафон клипов, мы снимаем клипы для нескольких артистов. То есть мы максимально стараемся сделать все быстро и четко. Ну там полный цикл. Поиграли в PlayStation, помылись в душе. Смотри, если, естественно, есть какие-то казусы, ситуации, что нужно там продолжить перенести, то мы, естественно, там можем доснять. Угу, как мы сделали в этом клипе, кстати. Да. У нас была там маленькая досъемка совсем. Вот. Но Ждали, пока PlayStation загрузится. Не получилось снять. А какой еще параллельно вы клип снимали? Для каких артистов? Вот ты сейчас сказал несколько. А, я не буду это говорить. Я думаю, это было кино для взрослых. Нет. То, что было после душа или до. Нет, я говорю про... Не про это. Спасибо. Король интриги, Олег. Да, да. Ну, серьезно, а сколько снимали в душе? В душе? Не замерзли, не убили? Почему из всех эпизодов... А, блин, как получается? Я запомнил про PlayStation, ты запомнил про душу. В душе было хорошо, в душе было тепло. Была горячая вода? Была. Так мы перед... Или экономили. Мы перед этим, перед съемкой, там включили горячую, чтобы пар-пар-пар-пар-пар-пар-пар. И мы туда пошли с моей девочкой. Моя Но это не моя девочка, это парень. А, это актриса? Да, нет. Нет, просто это подруга. Просто моя подруга. Угу. И мы с ней, конечно, там зажгли. А парень оценил клип? Ее? Я не знаю. Я думаю, что ему не до клипа было. А что? Мне кажется, что она сказала, что была у подруги и не показывала. Он в это время бил стену кулаками просто. Ну, это слишком дорогой клип, мне кажется. Они горячую воду использовали, а могли бы сэкономить и в холодной воде. Все равно не видно через экран. Да в тазике бы поплескались просто. Я с удовольствием по холодную включил. Просто она была в таких штучках здесь, на этом. Какой так еще бы лучше воды? Было с холодной водой. А, тебе-то не страшно под холодной водой? Ты-то в шапке. Во-первых, а во-вторых, меня ж по пояс снимают. На самом деле, там такой красивый мальчик, с такой прической потрясающей. Я даже сразу и не узнала. Друзья, кто нас смотрит на Триколоре, знаете, у Олега Майами есть волосы. У меня есть волосы и даже есть седой один. И богатые брови, все как модно сейчас. Богатые брови, ты в смысле считаешь, что мне надо... Побрить их? Это тот момент, когда... Они широкие, модные. Ты увидела, когда пробежала лань? Это тот момент, когда у твоих бровей на карточке денег больше, чем у тебя. Да, это богатые брови. Это встречайте. Да, встречайте богатые брови Олега Майами. Ну что, друзья, что-то такое вот, есть ощущение, что нам пора уже прощаться. Быстро время пролетело. Тебе кажется, да погнали дальше. Все осталось сейчас позади. В гримерке сейчас еще пообщаемся. У нас сегодня был Олег Майами. Привет. Была премьера его клипа «Останься». Ну и, конечно, все эти 4 часа с вами были Вероника Романова. Кирилл Исаков. И знаете, что-то мне подсказывает, что мы завтра встретимся с вами вновь. Так что подключайтесь с 7 слово. Утра завтра. Дайте слово. Да, тебе слово. Молодцы, очень понравилось Спасибо. С вами. Спасибо. А это, между прочим, новый директор программы. А я еще не закончил. Мы отрепетировали. Итак, да. Друзья, передаем эфир Александре Хайруллиной и Роману Шахову. Всем большое спасибо, что были с нами. Пока-пока.